16-17 ноября 2023 года в городе Бишкек пройдет осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств. Во время проезда делегаций кратковременно будут перекрываться следующие участки дорог. От аэропорта Манас по улице Фучика до проспекта Джибекджулу. По проспекту Джибекджулу до проспекта Манаса. По проспекту Манаса и улице Чингиза Айтматова до государственной резиденции. От улицы Байтик Батыра по улице Медерова до улицы Юнус Алиева. Уважаемые граждане и гости столицы, в связи с важностью проводимых мероприятий, просим вас отнестись с пониманием к введенным ограничениям. И во избежание заторов и пробок на дорогах, просим соблюдать правила дорожного движения, не оставляйте транспортные средства вдоль указанных дорог. В зависимости от ситуации, если другие дороги будут перекрываться, будет дана дополнительная информация. Данные участки дорог будут перекрываться только кратковременно.